прибралась. Без QR-кода. Я на даче. Что тут у бабушки такой? Что ты скажи, бабушка? Его еще недавно не было. Уже вон какой большой принц. Вот это вечеринка. Я на даче. Ой, застряла, кажется. Я застряла. Тут моя кукушечка. Где кукушечка бабушкина? Сдох. В основном мы с дочкой открыли свой канал. Наркобизнес. На Ютубе. Очень плохо. Илья, ешь свою питу, а молча. Это Даша, а ты научишь меня писать комментарии? Конечно. А что там их писать? Садись все жопы и получается все как у нее. Конечно, научу. Илья, я сказал молча. Илья, сиди и ешь свою питу. У меня прическа плохая. Зачем ты меня снимаешь? Я тут проснулся. Чтобы Полина посмотрела, какой ты это. Дурак тупой. Да. Сразу столько комплиментов посыпалось, да? Насколько, видите, что, насколько я популярна, все просто сразу, синий, как только про меня разговор зашел, все сразу, да, это он, дурак, дебил. Что в синей корзине? Что в синей корзине? А, салфетки, да. Сколько? Одно, да? А что, тут грибы внутри? Вы хотите меня отключить, да? Да, закроем тебя. Мой мозг слишком умен для вас, да, и вы хотите вырубить его, чтобы я не думал, я вас понял. Так вы и делаете. 26 теперь с тобой. Так вы узнала вас. Ешь давай. Работали в 35-м да, году. Да, вот, сегодня 900, ты будешь работать. В 935-м да. Вы работали, я помню. Да, да. Вы эти как. Сегодня Илюша будет сажать лилии. А, анализ. Нам а надо. Лилия-то что? Цветы. Шумные, давай. Цветы. Вот. Этот. Шина. В этой шине куча лилий. Ну, да, точнее, не лилии, а Ой, эти. Ну и как писать это? Комментарии? Хочешь комментарий написать? Да, я вообще понимаю. Сейчас. Не могу понять, как это делать. Так. Тогда при условии, что ты напишешь какой-нибудь хороший комментарий у меня. Вот, комментарии да, отключены. Отключены. А знаешь, почему комментарии отключены? Я же тебе сказала. У нас нет своего канала. Нет. Потому что у них детский канал. На детских каналах писать ты не можешь, потому что комментарии отключены. Поэтому я и на Серегин канал особо забила. Вот зайди на мой канал. Зайди на мой. Подождите. Не напиши комментарий, что у нас лучший канал на свете. Да, у нас по 100 миллионов даже если это не так, еще наоборот. Ребята, подписывайтесь. Сейчас пойдем в магазин. Мы уже оделись, собрались. Санюх, ты готова? Эй, аккуратней, сынок. Мы берем с собой коляску. Надо было снимать, как мы вчера играли. Он вот так просто. Он вот тут стоял и вот так просто упал. Просто вы уже баловались. Если ты сегодня упадешь, будешь стирать сам вручную, ты понял? Все. Я не увидел куда, потому что у меня все глаза блестят. Ладно, понятно. Мы берем коляску. Почему? Потому что нам надо много баклажек воды купить. Мусора много. И чтобы его в руках не тащить. Соответственно. Ириш, мы идем? Пойдем. Поэтому мы берем коляску. Еще надо 4 баклажки воды. Короче, много тяжелого. А потом мы придем. Я буду делать гороховый суп. Ты гороховый суп кушаешь? Я буду делать гороховый суп. А еще мы Илью хотим заставить вот здесь, в этой шине, много луковиц, лилий. Мы хотим заставить Илью выкопать эти луковицы, разделить их и добавить сюда земли хорошей и высадить, чтобы они были покрупнее, крупные, хорошие. Разделим луковицы на хорошие, тоси-боси, и посадим заново. Ну, точнее, Илья посадит. Все, пойдем. Сейчас мы идем в магазин кое-что подкупить, помимо воды. Надо хлеба купить. Бабушка, в наш. Симок надо купить. Бабушка попросила грудинки ей купить. Ну, у меня список лежит в кармане. Блин, как сегодня клево, да? Сегодня прям вообще классно. Да, это хорошо.
Я, слава богу, хоть догадалась два платья взять. Ну, я имею в виду раздеваться, если вдруг придется. А, придется же, правильно? Ты все... А, это Соня. Я подумала, что Серега все-таки взял свой телефон. Ой, я хочу сегодня помыться. У меня уже башка вообще стоячая. Не, ну тебе проще. Скоро едет. Такие посмотрели, что я снимаю. Я раньше поначалу не могла вообще снимать. А сейчас мне уже это, уже легче стало намного. Так, хорош. Все, Соль, давайте ногами не надо. Говорю, ногами не надо, еще выше ногами. А, ты имеешь в виду у нас из подъезда, что ли? Я сейчас подумала, у кого там это. И руками двигайте тоже, как-нибудь. Что-нибудь еще делайте. На меня смотрите. На меня смотрите. Мы ходили, помнишь, мы видели черную тоже собаку? Черную, да? Кристин, как у тебя, Чиби? Точь-точь он бежит по дороге. Не знаю, откуда-то она выбежала. Вот она бежит. Только она у вас черная, а это какая-то цветная, коричневая с серым. Ну, Чиби посимпатичнее будет, да? Да, мне тоже жарко, я сама офигела уже. Что сегодня прям вообще Ташкент. А мы видели такую же черную собачку, Даная. Но мы ее хотели купить, но она потом уехала. Ее купили уже раньше, да? Ну, она уже взрослая. Как вот это, как нет, вот Чиби? Нет, 5 месяцев ей было. Чихуахуа. А, чихуахуа. Сейчас ее находить. Мне кажется, даже симпатичнее. Вот это какая-то что-то не очень, да? Это мальчик. Да какая разница, я имею в виду, нет. Я видел яички. В зоомагазине, она и стоила 32 тысячи. Ну, они не дешевы, да. Она водичку, мячик уронила, она такая, когда она не смотрела, она сразу отвлекалась на другую игрушку. И отвлеклась. Не, мы хотим этого... Бубера. Какого бубера? Просто первую неделю вы вообще спать не будете. Ну, кто? Мама, наверное, да? Да. Ты же не знаешь, что такое маленькая собачка, Ир. Это все равно, что завести грудного ребеночка. Серьезно. Тебе придется приучать писать, какать. Это вообще стабильно. О, лягушка! Две. Ой, они это. Отдыхают. Кое-что делают. Отдыхают, да. А что они делают? На отдыхе. Ну что? Загорают. Отдыхают. Да, загорают, они на солнышке греют. Дальше с вашим проедет и все. Минус 2 сразу. Так. Баба боится довериться Илюхе, да? Не знаю. Нет, она просто... Вот она рассказывает ему, как надо делать, что. У нас все заняты, все при деле. Бабушка с Ильей занимаются лилиями. Они выкопали уже все эти. Вон они. В тазу лежат. Луковицы. Илья таскает, бабушке помогает песочек, земля, они мешают все это, делают. Тетя Ира пошла туда в огород сажать редисочку еще. А я чем занимаюсь? Я варю гороховый суп. Но не с ребрами, так как дети ребра не любят. Я купила голень копченую. Сейчас морковочка, лучок, картошечка. А это лежит на ужин. Крылышки, мясо. Кстати, меня уже спросили, ты что, опять ешь мясо? Нет, я еще пока не ем ничего. Я имею в виду мясное. Ни мясо, ни колбасу, вот все мясное я не ем. И мне не хочется. А пока мне не хочется, я не буду есть. Так что вот так. Вчера я себе делала булгур. Булгур делала с мини-шампиньонами, с грибами. Позавчера я на ужин себе делала салатик с тофу. То есть я пока без мяса. Дети вон пьют
вредные напитки. Соня пьет фанту, Серега пьет колу. Андрей валяется. Дед до сих пор ходит, таскает, перетаскивает доски. Доски, которые у нас тут полностью переложили все полы. Сгнили полы, и бабушка вот вызывала, и приподняли дом полностью, весь пол переделали. Они отдали 450 тысяч. Полностью сделали новые полы. И еще плюс к этому приподняли дом. И Леха копает. Пускай хоть поработает немного, а то только в играх играет. Пускай руками поработает. Физический труд тоже обгораживает человека, правильно? Бабушке поможет цветочки посадить, чтобы нас потом они летом радовали. Ладно, а я варю супчик. Ребра закинули. Сейчас лучок, пассеровку сделаю. Горох. Где горох-то? Вот он, горох. Вот такой горох. И картофан надо пойти взять. Картошка у нас, знаете, где? Вот здесь. Вот здесь картошка. Андрей спит. Так, картошка. Вот здесь картошка у нас. Надо взять картошечки. Ну, пока вот так хватит, наверное. Блин, или вот так. Не знаю. Вот поменьше вот так. Хватит столько. Вот так. Потом нужно взять яйца. Вот. Раз, два. Ну и три, да? Слушай, а масла немного? Да, ты права. Господи, как это хорошо. Я 3 дня не мылась. И прям уже вообще. Бабушка легла спать. Дед спит. Андрей спит. Илья спит. Все спят, короче. Я пошла помыться. Сейчас думаю, хотела постирать. Сейчас думаю, уже время без 24. Сейчас быстро похолодает. И поэтому я решила, что сейчас я стирать не буду, я лучше завтра постираю, потому что вроде как завтра обещают еще теплее. Поэтому завтра где-нибудь часиков в 11-12 я постираю, достану сушилку и на солнышко поставлю, и за день все высохнет. Правильно? Там сейчас уже к вечеру уже навряд ли что-то высохнет, а мне надо куртку постирать, потому что Сережа на меня пролил кока-колу на куртку прям. Сейчас пойдем посмотрим, где дети. Пойдем. А что тянет? Ну что, ты редиску посадила? Редиску посадила? Да. Короче, я знаешь, что решила? Я решила сегодня не стирать. Да. Я завтра постирала. Еще время уже 4 часа. Да. Белье уже не высохнет, куртка. А завтра я проснусь часов в 11, да, и уже теплее будет. Вот конечно. Стиралка у нас вот такая малютка. Дети. Они вот пошли в ту сторону. Вон дед до сих пор распиливает вот эти доски и сжигает их. Это горка. Запчасти от горки. Пойдем посмотрим. Ирка сейчас посадила редиску. Сейчас посмотрим. Вон, труба от печки. Видите? Тут бабушка спит. Он ее рассадил в окне. Господи, как хорошо на даче. Вот она. А куда вы пошли? Куда-то убегает. Так, что это тут валяется? Тут всякое разное. Вот здесь обычно Ирка сажает горох, кабачки, свекла, морковка. Вот на этих двух грядках. Вот здесь клубника. А, две грядки клубники. Вот эта грядка клубники, вот эта клубника. Здесь огурцы. Огурцы. Два раза Ирка пробовала, сажала помидоры. Вот здесь тоже огурцы, по-моему. Так. Угу. Вот здесь Ира посадила редиску. Редиску. Здесь чуть-чуть клубнички. 4 куста. 5 кустиков клубнички.
Здесь клубничка, короче, клубника везде. Здесь клубника, здесь. Так, вот здесь редиска сразу видно. Ирка только что посадила ее, залила. Здесь тоже клубника. Ого, тут что это такое было? Что тут взрыли так? Смородина. Только начинают появляться листочки. Только-только. Да, но мой этот... Моя туя вообще, конечно. Туя или можжевельник, я уже забыл, как он называется. Мы дали самый здоровый. Мы покупали в одно время вот этот. Вот этот. А, второй, еще один, но он, походу, не выжил. И вот это чудо. Он все больше и больше разрастается. По идее, его надо поубирать. Ты на этом велике поедешь, что ли? А Соня на каком? На большом? А ты сможешь? Ну, я могу ехать, но мне только надо забираться. Я забраться не могу, я падаю. А если мама поддержит, то я могу ее сам. А знаешь, почему ты падаешь? Надо просто сиденье опустить, вот и все. Ну, я говорю маме. Давай я опущу тебе, давай, хочешь? Давай, опусти. Конечно. Давай я тебя опущу. Серёж, только аккуратнее. А вы зачем едете-то? Мы возьмем еще. На подножку поставь. И это две баночки огурцов. Серый, ты... Нет, ты закрыл, зачем? Соня, давай я подержу велосипед, подойди. Сверху там открывается. Серый, подножку поставь. Сейчас аккуратно сажу там, ладно? Угу. Давайте удачи вам. Ага. Хорошей прогулки. Жалко, что еще великов нет. А то бы я тоже прокатился. Вот огромный плюс. О, луна. Обалдеть. Огромный плюс, знаете, какой? Что волосы, блин, вообще сохнут моментально. Вот у меня только волосы были мокрые. Уже почти высохли. Чуть-чуть осталось и все. И они уже будут сухие. Классно. Ой, все спят, сразу такая тишина. Боже мой. Я сейчас, наверное, налью себе чайку. Я сегодня еще ни разу чай не пила. Налью себе чайку. И посижу на улочке. И попью чаю, пока все спят. Пока тихо. Завтра постираю, правильно? Завтра Андрей с Ильей уезжают. Все, уезжает, и мы остаемся с Сереной. А мы с Сереночкой остаемся здесь. Потому что нам здесь лучше. Нам здесь лучше, здесь можно и погулять. Тем более завтра уже еще теплее, послезавтра еще теплее. И погода будет только улучшаться. В воскресенье вообще до 22, так что мы остаемся здесь. Не знаю, насколько. Учительница ихняя прислала сообщение о том, что они учатся до 22 мая. Вот у Сони учительница прислала, что они учатся до 15-го. Ну, ничего страшного, до 22-го, да. Не считая того, что с 1 по 11 у них типа как праздничные дни. Еще одни каникулы. Так что не перетрудимся. И потом летние каникулы. Я не знаю, как пойдем во второй класс. Я буду стараться хоть как-то заниматься с Сережей, потому что иначе он все забудет до второго класса. А мы и так... Из-за этого карантина достаточно сильно отстаем. Ну, наш класс вот этот. Потому что учительница новая. Она молодая. Она только с института. И те учителя, которые уже, скажем так, не первых детей ведут, да, которые уже не первый год работают, они, конечно, достаточно ушли от нас. Ну, ничего страшного, правильно? Будем надеяться, что все будет хорошо. Всех догоним. Не перегоним, можно не перегонять, конечно. Сейчас налью себе чайку, попью чаем.